Получается, командование нас кинуло, убежали, ну, оставили нас с моими сослуживцами вдвоем. Угу. Ну, не вдвоем, получается, там 19 человек, остальные убежали, получается. Угу. И командование старшее, и товарищ майор, там никто не пришел, не помог, получается, командование просто нас бросило. Угу. Команды никакие не поступали. Что делать? Нет? Никак просто нет. Убежали и все? Так точно, убежали и все. Угу. На территории Украины меня никто не обижает, не бьет, дают кушать, пить, курить. С родными связывался? С родными. Позвонил маме, угу. Дали позвонить родным. Угу. Все хорошо у меня. Угу. Кого ты увидел, кто живет на территории Украины? На территории Украины живут мирные жители. Обычные, ну, рабочие люди. Мы, получается, пришли сюда как захватчики, оккупанты. Получается, как мы, получается, фашисты здесь.